Приветствую, дорогие друзья! Слезы и трагедия олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Лосицкене. Отвечая на вопрос про санкции к российскому спорту, Мария предположила, что ее международная карьера завершена. Слезы и трагедия спортсменки. Я, знаете, не буду как-то сильно вводить эту тему. Я просто считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Я не планировала этого. Я не хотела ныть, плакать, но не получается. Спасибо. Все давно решено, и все давно решено, и что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут, и я не питаю никаких надежд, просто я не готова. Я не готова еще завершать карьеру, поэтому я хочу попрыгать. Все.